10 апреля 2020 год, Харьков, 50-я параллель северной широты, 05:33 по Киеву. Нравится мне, как на фоне объекта луна заходит, где видно четкую границу, а не в дымчатый горизонт. Очень классно видно движение. С какой скоростью происходит движение луны. Ай-яй-яй. Поймать эту грань и не занять полэкрана, конечно. Вот так будет хорошо. Исполин погружается в пучину. Ай, какая краса! Прелестно. Ветра нет, есть облака, есть дымка, но для съемок луны это небольшая помеха. Хорошо, что нет ветра. Хорошо, что есть. Это, кстати, не телескоп, как мне пишут в комментариях. Это фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Со 125. О, вот Платон. Кратер круглый, идеально. Тоже меня спрашивали, что за идеально круглый черный кратер. Вот это Платон, если это про него разговор. А идеально белый, круглый белый кратер, это, наверное, Тихо. Кратер, названный в честь какого там датского, что ли, ученого Тихо Браге, астронома. Ну, правильно, что астронома, понятно, наверное, да? Зачем называть в честь энтомолога кратер Луны. Не уверен, что он Брага, но, по-моему, так. Вот, вот он, вот. В общем, я сейчас, вот это Тихо Брага. Вообще три кратера, которые на данный момент знаю, это Платон, Тихо Брага и Аристарх. Вот он, явно различимый. Может, про него речь шла. Белый, клякса белая. Вопрос был. Ну, есть какой-то, я не знаю. Визуальный эффект от наблюдения вползания Луны за
объект с четко различимыми краями. Сформулировал с утра пораньше. Мне нравится. Ладушки. Сейчас пофотографирую еще эту красоту. 10 апреля 2020 года.